передо мной летающая тарелка в Эйндховене. Это Голландия, и она такая не особо и большая, но сегодня она без подсветки, только слегка, только снизу. А так по фото было нарисовано, что еще красный цвет должен присутствовать. Как бы туда не пускают вовнутрь, здесь ограда. Может, да, вовнутрь не пройти. А с другой стороны здесь такой какая-то такая штучка, как четыре лапки, и вот такой пик, шпиль синеньким светится. И больше тут такого ничего интересного нет.